Всех приветствую на канале Фалеристика ССР. Сегодня у нас обзорщик на такие значки СССР. Это, ну тут две тематики. Это золотое кольцо и древний герб. Также есть выставочный зал. У меня одна попалась сегодня. Так, вот такая тематика. Не знаю, сколько их там в наличии, по разновидностям какое количество. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Сколько какого количества их по разновидностям. Ну, по разновидностям, у меня именно полную коллекцию. Сколько входит там штук. Я только сейчас заметил, что я довешал, что тут разные названия внизу. Золотой. Золотое кольцо и древний герб. Такая у меня ревнесенько вывешу. Если кто-то знает количество полной коллекции таких значков, напишите в комментариях.